Друзья, всем большой привет! Недавно компания Volkswagen представила обновленный Golf в 8-м кузове. А сейчас они занимаются разработкой самой топовой версии. Речь идет о модификации R, которая пока еще закрыта большим количеством камуфляжа. Но даже через него уже видно, что новинка выглядит более эффектно, чем уходящая модель. Однако сегодня мы поговорим не о внешности, а о его технической части, которую производитель уже рассекретил. Утверждается, что это будет самый мощный Golf R в истории. Под капотом у него лежит модернизированный 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор, который теперь выдает 329 лошадиных сил и 420 ньютон-метров крутящего момента, а это на 14 сил и на 20 ньютон-метров больше, чем у предшественника. К тому же ходят слухи, что позже появится и более мощная версия Club Sport, однако ее характеристики пока остаются в секрете. Заявляется, что новый Golf R сможет разогнаться до первой сотни за 4,6 секунды и максимально достичь 250 км в час или 270 с опциональным пакетом Performance. Обновленный мотор будет работать со стандартным полным приводом и только 7-ступенчатым автоматом DSG. В компании уже подтвердили, что механическая коробка передач больше не будет доступна для модификаций GTI и R. Официальная премьера новинки состоится уже в этом году. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!